Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить сырные палочки. Что нам для этого потребуется? Сыр 150 грамм, у меня сливочный, можете брать любой. Одно яйцо, мука 20 грамм, растительное масло для жарки. Итак, приступим. В сыр разбиваем яйцо, перемешиваем. Всыпаем потихоньку муку, все перемешиваем тщательно. Далее формируем сырные палочки. Берем ложечкой и руками формируем палочку. Чтобы к рукам не прилипало, нужно смачивать их водой. Итак, проделываем с нашей всей сырной массой. Вот такие сырные палочки у нас получились. Теперь приступаем к жарке. Наливаем масло на сковородку. Ставим средний огонь. Выкладываем наши сырные палочки. Обжариваем на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон, не накрывая крышкой. Переворачиваем на другую сторону. Обжариваем до готовности. Так, наши сырные палочки готовы. Выкладываем их на тарелку. Вот такие вкусные сырные палочки у нас получились. Главное, блюдо готовится просто, быстро и вкусно. Всем приятного аппетита! Пока!